Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич. Я занимаюсь продажами квартир в Рязани непосредственно от застройщиков во многих жилых комплексах по всему городу. В этом видеообзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Северный». То есть обзор по домам, которые уже сданы, и покажу вам последнюю очередь, которая сейчас уже еще строится. Так, ну начинаю свой видеообзор. Вот перед вами четвертый дом жилого комплекса «Северный», сдан, заселен. Основная новость, наверное, в последнее время, что вот этот дом, свечка, который сейчас вам показываю, это шестой дом жилого комплекса «Северный». Также сдан, заселен совсем недавно, но я смотрю, потихонечку обживается, потому что видно, уже висят кондиционеры. Вот такой вот красавец появился. И с левой стороны в прогале, это седьмая очередь жилого комплекса «Северный». Ну квартир в продаже, конечно, тут побольше, потому что он еще строится. И, соответственно, можно здесь приобрести. Но в шестом доме тоже квартиры есть, хотя он сдан. Если кто-то предпочитает купить квартиру, не ждать сроку сдачи, поэтому тоже можно обратить на это внимание. Сейчас вам камерой повожу, я сейчас туда пройду, седьмой вам покажу вам двор, что он вокруг находится. Это вот дворовая территория около четвертого дома. Рядом находится детский сад, действующий. Это тоже важно, потому что некоторые ролики мои смотрят, какие-то коротыши такие маленькие. И совсем... Ой, нет детского сада, нет школы. Детский сад, пожалуйста, рядышком здесь есть. Вот он такой, с детской площадкой. Он уже рабочий. Туда сейчас пройдем, я вам покажу. Ну, седьмой поближе и строящуюся школу. Так, ну сейчас со мной немножко прогуляемся, как раз вот посмотрите. Какая вокруг тут обстановка. Сегодня погода классная. Смотрите, облачка. Небо синее. Я люблю снимать, когда вот такие яркие. Яркое солнце. И цвета приятные. И кадры получаются хорошие. То есть, смотрите, тут, ну, кто не знал, застройщик «Северная компания» любит всегда зеленить территорию. То есть, смотрите, ведь не то, что там в бетон все закатано. Плюс еще есть зеленые зоны, что очень хорошо. Не обязательно по ним там лазить, да, там по траве ходить, но хотя бы взгляды, это очень приятно, когда вот есть зеленая такая вот территория. Так, ну тут уже готовая детская площадка, так как шестой дом сдан, соответственно, кто сейчас тут заселится или уже заселился, вот здесь может с детишками играть. Ну и по всему жилому комплексу «Северный» тут нет перегородок между домами, поэтому с детьми можно свободно перемещаться от одного дома к другому. Это, я считаю, тоже очень классно. Здесь поиграли, там ходили, поиграли. Детям чем больше вот таких вот площадок, тем больше есть возможности походить, погулять. Это, конечно же, большое дело. Вот песочницы такие здоровые. Тоже классно. У самого маленькие дети, я вот понимаю, как им здесь было бы неплохо порезвиться. Кстати, сейчас потом дальше покажу вам несколько кадров уже по сданным жилому комплексу «Северный», который второй дом, первый. Там тоже такая одна из крутейших, считаю, в Рязани детских площадок, таких больших. Обычно раньше ставили какие-то грибки, но это вот прям было что-то такое интересное. Иногда с детьми сюда приезжаем играть, походить, полазить на какой-то такой большой площадке, необычной. Тоже вам ее покажу. Ну и смотрите, теперь уже детские площадки такие отличающиеся от предыдущих как бы поколений домов, когда там просто было пластмассовые, пластиковые, красные, там зеленые, желтые. Вот сейчас вот такие вот цвета серьезные, интересные. С каждым разом детские площадки становятся интереснее. Сейчас еще раз кадром повожу. Это шестой дом сданный. Тут квартиры есть в наличии. А это строится седьмой дом. Ну, соответственно, тут квартир, конечно же, есть в наличии. Так, что тут еще? Вот перед вами вот этот здоровая парковка. Это тем, кто говорит, парковаться негде. Но смотрите, парковка реально там крутая, на мой взгляд. Если, конечно, сравнивать с другими. Машин сейчас много, поэтому проблем, наверное, всегда есть. И чуть дальше, смотрите, стоит кран. Ну, тут, наверное, метров, не знаю, 300, наверное. Ведет строительство школы. То есть детский сад вам показал, школу строят. Ну, школу, наверное, не смотрел, честно говоря, по срокам. Ну, полтора года, наверное, на школу дается, чтобы ее построить, чтобы ввести в эксплуатацию. Так что скоро здесь детишки будут ходить в школу, проживая в своем жилом комплексе, считай, в шаговой доступности. А так вот такая красота. Ну и сейчас пойду в сторону первого, второго дома и покажу вам, что вижу, и буду тоже вам комментировать и рассказывать.
Так, ну двигаемся с вами. В той стороне я сейчас был. Вот сейчас возвращаюсь опять мимо детского сада. С правой стороны парковка. Это место для сбора мусора. Видите, как удобно. Жалко, что не во всех жилых комплексах вот такая система сбора отходов есть. В основном стоят помойки, которые там что-то протекает, какие-то вороны, собаки. Все это, конечно, вот эта штука интересная. Так, ну мы с вами идем туда, в ту сторону. Вот сейчас по дороге я передвигаюсь перед вами с правой стороны. Ну, самый правый дом — это жилой комплекс Олимпийский, а с левой стороны стоит кирпичный дом, а за ним еще один кирпичный дом. Это третья и пятая очередь жилого комплекса Олимпийский. Это немножко дома, которые отличаются от вот монолитно-каркасных строений. Эти два дома кирпичных. Третий тоже давно сдан, заселен полностью. А в пятом доме тоже сдан, заселен. Но, по-моему, несколько вариантов квартир должно быть в наличии. Поэтому, если нужно, там спрашивайте, пишите. Тоже купить квартиру в сданном доме кирпичным с индивидуальным поквартирным отоплением здесь можно, надо просто поинтересоваться. Поэтому задавайте вопросы, пишите. Ну, идем с вами на крутую детскую площадку, которая здесь рядышком. Сейчас вам тоже ее покажу. Так, ну и призываю, конечно, подписаться на мой канал о недвижимости. Кто следит вообще за недвижимостью в Рязани, кому интересно, какие-то последние новости, как дома растут, кто-то покупает квартиры, отслеживает их рост, что происходит там рядом, строится какой-то детский сад, школа. Все это я пытаюсь осветить. Поэтому, если нужна какая-то информация подобного рода, подписывайтесь. Я с удовольствием буду дальше продолжать снимать обзоры по жилым комплексам. Думаю, будет вам интересно. Так, ну продолжаем. Смотрите, вот перед вами это первый дом жилого комплекса Северный. В свое время иногда, конечно, вспоминаем и с сотрудниками Северной компании. Я тут тоже работал, когда в свое время продавал квартиры как риэлтор. Когда он начинал строить, кругом какое-то непонятное поле, котлованы. И в результате вот такой вот красавец получился. Первый дом жилого комплекса Северный. Смотрите, какие тут лавочки. Это вот спортивные площадки, баскетбольные, футбольные. То есть, внимание этому здесь уделено. То есть, я говорю, дети могут там погулять, сям. Своя детская площадка вот третьего, пятого дома. Мне вот важно, что вот, мне кажется, для детей вот должно быть максимально комфортно. И смотрите, какой огромный корабль. То есть, у нас корабли есть, они небольшие корабли есть. Там жилой комплекс «Метропарк», вот классный, интересный тоже, на набережной. Но вот этот прям вот корабелище, это огромный корабль, по которому лазить и лазить. Там немножко скромнее, там ценность того, что корабль стоит на набережной, рядом речка. Но тоже красивый, крутой, тоже такой интересный объект. Интересно прийти посмотреть, с ребенком полазить. Это вот второй дом, ну, близнец первый, только цвета, наверное, по-другому покрашены. То есть вот такая красота. Что показать вам еще здесь? Такие штуки всякие. Тоже приятно, когда не просто все закатано. И зелененькое, и лавочки. И вот такая всякая штука может тут сфотографироваться. И тренажеры поразмять, мышцы, булки свои тоже нужно. Для тех, кому повзрослее. Есть и детишкам чем заняться. Есть детишкам постарше или взрослым чем заняться. Тоже важно, чтобы все жители были, скажем так, охвачены досугом внутри своего жилого комплекса. Ну и плюс можно погулять, там есть всякие тропинки интересные. Если в ту сторону вообще посмотреть, сейчас туда не пойду, там дальше то ли река, то ли озеро, то есть, ну, прям рядышком. Честно, когда делал здесь, снимал ролики, видел людей, которые ходят с удочками. И там вот, ну, не знаю, мне кажется, прям вот тут жить, туда вот хоть мангал выноси, вообще все рядышком, никуда не надо даже выезжать. Так вот красиво. На этом мой видеообзор подошел к концу. Показал вам жилой комплекс Северный, дома, которые сданы, заселены, дома, которые вот сейчас вот в последнюю очередь, которые строятся. Нужна какая-то информация, консультация, цены, планировки. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Под роликом в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценами и планировками для ознакомления. Будут вопросы, обращайтесь. Ролик заканчиваю. Всем доброго. До свидания.